Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Это устройство Sony Xperia One второго поколения. И сейчас я покажу вам, как на этом девайсе включить режим разработчика. Делать это очень просто. Давайте начнем с этого. Вам нужно открыть меню настроек, затем спуститься в самый низ, выбрать пункт система. Я вам покажу, зачем это нужно сделать. Нажмите кнопку «Дополнительно», вы видите, что здесь никаких нет дополнительных настроек разработчика. Возвращаемся назад, нажимаем пункт «О телефоне», клацаем, вернее, спускаемся вниз, выбираем самый последний пункт номер сборки, нажимаем на него 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нажали 7 раз, подтверждаем там свой пароль блокировки, либо же как у меня графический ключ. Возвращаемся назад. Нажимаем опять пункт «Система», опять «Дополнительно», и видим, что здесь появился еще один пункт, которого ранее здесь не было для разработчиков. Открываем его и видим, что у нас появилось еще, функций 70-80 дополнительных, которые ранее не было. Поэтому Android-система – это гибкая система, пользуйтесь, радуйтесь. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!